Всем привет! Продолжаем проходить первый Silent Hill на PlayStation 1. Мы закончили школу. В прямом и переносном смысле. И отправляемся дальше. А дальше нам надо в церковь. Но, по-моему, в церковь нигде не пройти, только через дом. К Гордона. Везде облав, обра... Об... Фу, блин. Проломы вот эти, обрывы. Поэтому идем через дом Гордона. Правильно мы идем? Да, вот мы прям к нему идем. Победили в прошлой серии первого босса. Во второй попытке. Так, тут опять обрыв. Обвал. Ты чё, дурында? Вот тут мне надо заход в дом. Я так думаю, это дом. Да, ключ Гордона. Кстати, давай поменяем. Дробовик оставим. Для более серьезных врагов. Ну, еще патроны, тем более для пистолета есть. У этого тоже холодильник пустой. Чего это? А, это сохранялка. Ладно, нам пока не надо. Все, больше тут нет ни черта. Идем в церковь. Где церковь? Угу. Здесь не пройти. О, настоечка лечебная. Дай угадай, здесь тоже не пройти, да, к церкви? Да нет, вроде есть дорога. Нет, все, нету дороги. Я ждал псину, а не тебя. О, еще один, блин. Ладно, всех этих игнорим, засранцев. Так, где у нас? Почти добежали. Это она. Это церковь? Нет, это не церковь. Где церковь? Где церковь-то? Ну вот где-то там, в тумане.
Да, это она. Were you ringing that bell? Да вы били в колокол? Я ждала тебя. О твоем грядущем пришествии мне поведала моя гаромантия. Гиромантия. О чем вы говорите? Я знала, что ты придешь. Тебе нужна девочка, верно? Девочку? Вы говорите о Шерил? Я вижу все. Вы что-то знаете? Скажите мне. Стой! Блуждая во тьме, ничего не достигнешь. Ты должен следовать предначертанным путем, путем затворника, сокрытого Флавросом. Что? О чем вы говорите? Все есть Флаврос, безмолвная темница. Он может сломить стены тьмы и дать отпор гневу и намерению. Эти вещи помогут тебе. Поторопись в госпиталь, пока не стало поздно. Подождите, не уходите так быстро. И утопала коза. Так, что ты нам там оставила? Флаврос и ключ разводного моста. И все, идем в госпиталь. Да какой канделябр, вот. Вот гадина, похоже, она заперта с той стороны, она закрыла за собой дверь. Ну все, нам здесь делать больше нечего. Нужно засейвиться. Что мы с вами и сделаем. Давайте автобус перезапишем. Текс. В какой стороне у нас мост? А, вот он прям здесь. По прямой. Вот и мост. Так, вот здесь нам, в эту рубку нам надо, да? Да ты что застрял-то? Но, по-моему, можно что-то там где-то аптечка или патроны, вот. Там где-то должен быть спуск. Ступенька. Не здесь, что ли? Или по ту сторону моста? Что-то такое было. А что-то нету, да? Ладно, все, мы обратно пошли. Может, по ту сторону моста ли, может, с чем-то другим путаю. Или мост, когда откроем, потом появится. Тут тоже сохранялка. И что тут, карта? Карта торгового округа. Взять ее? Возьмем. Так, мы сохраняться. Только что сохранялись. Учебная настойка. Вот сюда ключ, да? Мост опущен, можем двигать в госпиталь.
Все-таки мне не показалось. Вот здесь, по-моему. Да, вот. Патроны. В смысле, не показалось. Не перепутал я с другой какой-то игрой. С другой стороны тоже такая штука есть. А, тут только нет ничего, да? Мне тут казалось, с обеих сторон есть. Ладно. Так, мы перебрались в деловой район, центр Silent Hill. Госпиталь у нас справа. Ах ты гад! Так, как мы туда лучше? Вот тут кстати, полицейский участок есть. Давай сходим, там, по-моему, патроны там живут. Блин, я... Куда вот он у него морда смотрит? Вот сейчас куда морда? На полицейский участок она смотрит? Да. О, новые... Ой, ой! Блин, новые враги. Чего тут у вас есть, ребята? Вот они, патроны. О, еще патроны. Ничего полезного. Сохранялка. Не знаю, сохранится что ли. Вон, кстати, что-то лежит. Смотри. На столе есть записка. Звонил Coroner Seals. Он не склонен думать, что смерть офицера Гуччи была насильственной. По-видимому, тот скончался от естественных причин. Однако, как свидетельствует медицинская карта покойного Гуччи, у него не было симптомов какого-либо сердечного заболевания. Так, это что такое? А, это патроны дробовичные. Дробовичные патроны. Или тут все-таки есть чекпоинты? Вот Silent Hill не... Хотя вот мы в прошлой серии нас разочек боссе грохнул, так... Мы начали с него же. Наверное, с резидентом я путаю, где игра начинается с места, где ты сохранился. Сам. На печатной машинке, на пишущей. Если у тебя нет сохранения, то ты вообще с новой игру начнешь. Так, как думаете? Какая-нибудь дорога открыта? Какая из трех дорог открыта в сторону госпиталя? Ну как крыш барбоса. О, открыто, смотрю. Короче, ну их эти в бане этих псов. Что-то как-то... Вот мы и в госпитале. Так, это у нас... А, это сохранялка. Ну, давай еще раз перезапишем, что нам.
карты этого места. Так, это же не я выстрелил. Явно. Да. Hold it. Подождите. Stop. Don't shoot. Стойте, не стреляйте. Wait. I'm not here to fight. Постойте, я не хочу драться. My name is Harry Меня Mason. Зовут Гарри Мейсон. Я сюда в отпуск приехал. Thank God, another human being. Слава богу, другой человек. Do you work here? Вы здесь работаете? I'm Dr. Michael я доктор Майкл Кауфман. Hospital. Работаю в этом госпитале. So maybe you can tell me так, what's наверное, going on. Вы можете рассказать мне, что тут происходит. Really вы знаете, не могу. Я лег чуть вздремнуть в комнате для персонала, проснулся, все стало вот так. Все куда-то исчезли. И снег идет в это время года. Что-то очень здорово пошло не так. Вы видели эти чудовищ? Видели хоть когда-нибудь подобных уродцев? Или хотя бы слышали о чем-нибудь подобном? Вы, как и я, должны знать, что таких тварей нет в природе. Да. Вы не видели здесь маленькой девочки? Я дочь ищу. Ей только 7, маленького роста, черные волосы. Она потерялась, сожалею. В округе столько этих чудовищ, я весьма сомневаюсь, что она... Простите, не хотел вас тревожить. Ваша жена, она тоже здесь? Она умерла 4 года назад. Остались только мы с дочкой. Ясно. Мне очень жаль. Знаете, я пойду. Не могу я просто сидеть на месте и ничего не делать. До свидания, удачи вам. Так, утопал, да, значит, доктор Кауфман. Здесь, по-моему, карта-то. Нет? Куда я вышел? Подожди, карту уже надо взять. Она... Она там, где сохранялка была. Ничего необычного. Вот она. Вот карта. Это карта госпиталя. Взять ее? Вопрос, когда дурацкий задаете, конечно, взять. Одним нажатием кнопки. А какой нажатием, какой кнопки? У меня кнопок-то больше нет. Так это карта. Это бегать. Экс, ну что тогда, куда? Ну это в принципе то же самое, что и школа. То есть ходим, открываем, где что открывается, где что берется, там мы все берем и... Ничего полезного.
По-моему, нам надо в кабинет врача идти. Через аптеку. Не через эту дверь только. Не туда вышли. Ну вот, туда не попасть. Через этот коридор. Поэтому надо через другую дверь зайти, где она? Через эту. Да, вот она, аптека, да, через. Все. Нашли. Куда выйти? Так, и что это за дверь была? Я до сих пор понять не могу, куда он лицом смотрит. Вот из этого треугольника, который на Мейсона показывает, синяя, да, часть получается. Лицо, куда он смотрит. Так, это что, карта подвала госпиталя? Ключ от чего-то, от подвала. Все намекает на то, что нам нужно в подвал, да? Все, тут больше нет ни черта, да? Все, уходим отсюда. Так, это что, кухня? Пластиковая бутылка. А, да, она ж нам нужна для хорошей концовки. Пойдем сходим к директору. Вот это директор. Вот это кабинет директора. Да, это кабинет директора. Вокруг стола рассыпаны книги, ничего интересного. На полу лежит разбитая стеклянка. Она не просто разбита, кто-то ее старательно раздавил. Вот здесь, по-моему, на бутылку-то применить. Я собрал остатки разлитой жидкости в пластиковую бутылку. Что это? Так, у нас там лифт есть, который поди не работает, да? Торговый автомат давным-давно не работает. Лифт, судя по всему, давным-давно не работает. А что ж тут у вас все не работает-то? А, вот ключ от подвала ему. Идем в подвал, значит. Thank you.
Так, подождите. Как фонарик включить? Фонарь. На кружок. А, вон ты, блин. Добивай его. Во. А зачем он вообще? Тут еще и морг. Подвале. Просто думал, зачем нам карта? Сейчас, наверное, ничего не откроется. Да, но потом откроется, по-моему. Поднастроить надо, наверное, блин. Просто я в этом не шарю. Настройки эмулятора. Вроде на PlayStation играем. Классик. Вроде под PlayStation-ские игры. Она и как бы изначально и делалась. Но, блин, что-то притормаживает периодически звук. Или это лифт так работает у них? Вряд ли лифт так работает. Хотя, черт его знает, он старый у них, может, и так работает. А, он включается не всегда. Вот сейчас не включается фонарик. Да, это я помню, что кнопка четвертого этажа появится. Куда это мы попали? А третий это вот этаж у нас есть. Так, вот клетка какая-то.
Птичья клетка, в ней пусто. И все, что ли? Да. Видел магнитофон старый, но еще в рабочем состоянии. Да, но нам смотреть на нем нечего. Так, 302-я палата, надо запомнить. По-моему, мы кассету где-то потом найдем. Так, это прачечная. Ну еще там не все палаты, кстати. Чем мы верно пойдем туда обратно? Давай там все палаты сначала проверим, потом пойдем в эти палаты. Тем более, что враги-то не появляются заново. Вот тут дальше вот 303. Они еще как назло поди все закрыты, да? Нет, вот еще одна открыта. Это какая? 304, тут кто-то есть. Так, стальная пластинка привинчена к стене. И нам нужна что, отвертка? Или нам вообще эта пластинка не нужна? А, ну на этом все. Да мы где вообще опять вышли? Ну все, пошли в те палаты тогда. Склад. Какие-то пустые бутылки. Упаковка с кровью. Да, она нам тоже, по-моему, пригодится, я насколько помню. Так, это был склад, теперь палаты. Это закрыто.
Еще одна пластина. Пластина кота. Все-таки нам нужны пластины, да? Значит, нам нужно... Нужно будет отвертку найти. Так, мы к лифту вернулись. А, кстати, смотри, мы в туалете не были еще. В туалетах не были. А желательно бы сходить. Вдруг там тоже пластина где-нибудь валяется какая-нибудь. Подожди, а это что за дверь? А, это склад. Все. Это мы где? Это мы где надо, да? Где туалет-то? Это бельевая. Туалеты. Вот туалеты, да? А, они закрыты, поди. Нет, один открытый. Вон, пожалуйста, что-то лежит. Пластина черепахи, да? Значит, не зря вернулись, не зря. Господи. Я ж дрогнул. Что это было? Так, ну теперь-то тогда... Куда мы, наверное, на лифте? Мы теперь можем не через эту ходить, не через прачечную. Что-то в лифте какие-то проблемы со звуком. А мы сейчас на каком этаже? А, мы на четвертом. А. Нет, мы на третьем, получается. Раз. Палата 300. Ага. Закрыт. Больше тут нет ничего. Значит, на первый этаж поехали. Так, куда это мы спустились? А, он заново, да, типа? Просто альтернативный. Патронов много на них. Так, это подвал. Нет, наверное, пока в подвал не надо. О, пластину вижу. Так, это пластинка королевы. Я помню, в какую-то дверь потом будем вставлять, по-моему, эти пластинки, насколько я помню. Так, в палате 302. А, подожди, сохраниться. Сохраняйся, не стесняйся, как говорится. Ой, здрасте.
чё ты? Напинаешь его. Там еще кто-то? А чё он его не пинал тогда? Это не взять? Нет. Блин, сколько патронов вас надо всадить. Вон что-то лежит. Что это? Ну бери, вон же что-то лежит, же вон какая-то коробочка. Или нельзя взять? Нет, видать, просто коробочки какие-то левые тут валяются. Что у нас там, кстати, по здоровью-то? Ну, желтенькие уже. Так что давай используем настоечку. Заперто. О, патроны. Это хорошо. Так, мы где вообще? А вот мы где. Вообще ничего нет. Так, это аптека у нас. Закрыта аптека. За дверью слышны какие-то звуки. Но пройти нам туда не дают. А куда нам тогда? А, наверное, здесь на второй этаж можем пройти. Блин, по 7 патронов на одного такого монстрика уходит. Да, второй этаж. С лифта же было закрыто. Все, да? Патронами добили. Зажигалка. Палаты. Ну давай палаты посмотрим. Вот это смотри с трех.
То с трех, то с семи. Здесь кто-то есть. А. Подожди, по-моему, применить надо этот. Где у нас она? Упаковка с кровью. Мы можем взять эту пластинку. Какой-то список, ничего интересного. Так, это у нас сестринская. Облака плывут над холмом. Чистое небо в солнечный день. Мандарины горькие на вкус. Счастливый четырехлиственный клевер. Фиалки в саду за окном. Одуванчики на обочине тропинки. Неизбежно пора ложиться спать. Жидкость, текущая из перерезанных вен. Так, это у нас... А, вот это сюда пластину вставлять. На двери 4 квадратных углубления. Так, там что-то белые облака плывут, да? Белый-то есть, да. Потом, что там было? Чистое небо, что-то синее, наверное. По-моему, синюю. Я тоже эту загадку-то как бы помню. Вот ее, по-моему, применяем. Сюда, по-моему, потом ставим, по-моему, зеленую. Ой, вот сюда. Там желтая и последняя будет красная, по-моему, так. Если мне память не изменяет. Она мне иногда изменяет. Да, открылась. Добивай. Нет, не хочешь. Так, а это мы вообще куда позашли? Ага. Блин! Да отвяжись ты, японский городовой. Блин, это сзади напало. Сейчас это тебя очередь дойдет. Вот гадины. О, вот она, наверное, уже красный, да? Нет, желтый. Нормально тогда. Живем. Так, а мы зашли в какую дверь? Значит, в ту. О!
Ключ от подвального склада. Не, ну игра, конечно, топчик на все времена. Я вам так скажу. Ну, с первого по третий Silent Hill мне нравится. Ну и Orange, кстати, ничего. Который мы... Так, мы нашли от этого. Так, пойдем еще там палаты две проверим. Понятно. Одна закрыта, а это... Тут у нас аптечка есть. В отделение интенсивной терапии не зашли. Спирт для дезинфекции. Тут кто? О, понятно. Опа, не попало, да? А нужна ли она нам вообще была? Видимо, нет. Надо было взять спирт, валить отсюда, патроны на нее не тратить. Так, ну нам ключ от подвала дали. Можно, наверное, в подвал, а лифт, кстати, что, функционирует, нет? А, теперь открыто. А, ну все, мы с той стороны не попали, да? Поэтому входили в обход пешком. Я так понимаю, в это подвал. Так, это мы вообще куда зашли? А, в морг. Ой, блин! Да я и не хотел его осматривать. Так, давай, наверное, дробовиком их. Что-то их две прям. Где у нас дробовик вообще? Давай его зарядим и возьмем. Что-то он, по-моему, так же себе это, как пистолет, в принципе, работает. Мы в морг зашли, чтоб что? Да вот, капсула же. Ампула. А эту мы так и не взяли, да? Нет. Так, надо, наверное, подлечиться. Нет, не надо. Подожди, это что, выход? Это выход, нам туда не надо. А куда нам надо? Подожди, потом с тобой пообщаемся.
О, кирка. Вот ей, кстати, самое то, по-моему, этих медсестер мочить. Чтобы патроны не тратить на них. Я, ну, вот она. Да, мы его уже включили, все. Да, во. Отлично. А вот от этой штуки нам ключ дали. Ну тогда заходим. Чего тут у нас есть? Какие-то пустые бутылки есть. Патроны для дробовика. Судя по этим царапинам, шкаф не так давно двигали. А, подожди, его, по-моему, в другую сторону двигать надо. Сейчас мы тут все проверим. Да, вот смотри, хорошо, пошли проверять патроны для пистолета. Ящик нет ничего особенного, какой-то хлам. Похоже, под решеткой спуск в какой-то коридор. Лозы сплошь оплели решетку, так что я ничего пошевелить не могу. Но у нас есть что? У нас есть спирт, по-моему, да? Мы же спирт брали. И зажигалка. Звук все-таки что-то со звуком. Сама-то игра вроде не тормозит, а вот звук. Не успел. Еще одна идет. Ну иди сюда. Да. А, все она. Сама. У меня нет карты этого места. Так махай ты. Вот. Ай. Да блин. По одной это, конечно, проще. А вот с двумя сложнее. А вот и кассетка, которую можно посмотреть в палате 300... Какой 301, по-моему, да?
Так, оттуда мы, по-моему, пришли, да? What's this? Что это? Кажется, отсюда кто-то только что ушел. Это ты как так это ты определил? Олеса. Олеса? Да я понял, что Олеса, ключ бери. Ключ от смотрового кабинета. Ну все получается. Мы все двери здесь проверили. Так, это мы где с вами? Да мы еще с вами. А лифт, лифт, лифт. Меня. Лифт поедет на третий этаж. Кассетку посмотреть. Звуки, конечно, капец. Лифте. Так, ну мы, естественно, вышли с другой стороны, как обычно. Подожди, не туда зашел, да? Или туда, или ты что, это прачечно? Нет, это мы на спад вообще зашли. А, хранилище нас не пустят. Так что все нормально. Вот. Где 301 палата? Вот она. Здесь же види. А, здесь клетка пустая. Значит, следующий. Да, вот. Кассетку посмотрим. Все еще обычно переоткрывает пульс. Прошу за труд. Вся кожа. Даже когда я чатся нару. Ничего непонятно, что мы сейчас посмотрели, но было интересно. Ладно, давайте мы здесь с вами передохнем, продолжим в следующей серии эту прекраснейшую игру. Всем пока, заходите в гости, берегите себя и пока-пока.